конечно, не хочу затрагивать темы войны. Но, возможно, вам это поможет. Несколько лет тому назад умер мой папа. И когда я летела из Норвегии в Польшу, из Польши, мы немножко заблудились. Ну, в общем, ехали по каким-то деревням, по каким-то этим самым. Ну, в общем, выехали, доехали. Я все время, когда я ехала и потом уже была в Белоруссии, я все время повторяла одну фразу. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я это повторяла как мантру, как молитву, как... Я не знаю, я просто цеплялась за это. Я просто цеплялась за это, потому что понимала, что мне нужна зацепка за что-то. В общем, вы сами знаете, что все эти мероприятия, похороны и так далее, и тому подобное, это голова не работает, не соображает. Мы какие-то глупости делали с мамой и не могли найти каких-то вещей, которые были перед глазами. И, в общем, я все время себе повторяла, все будет хорошо. Все будет хорошо. И когда уже мы возвращались с похорон, и мне что-то там подруга говорила, я вместо, ну, я не знаю, будешь ли чашку кофе, я уже не помню, что, о чем там речь шла. Вот, я ей все время отвечала, все будет хорошо. В конечном итоге ей это надоело, она мне сказала, Ксюх, что ты мне это говоришь? Что все будет хорошо. Я тогда и сказала, что я не тебе это говорю, я это себе говорю. Вот. Поэтому я даже сама сейчас не верю в то, что все будет хорошо. Надо хотя бы вот чуть-чуть поверить, что все будет хорошо. Я очень надеюсь. Я надеюсь очень. Я просто... Я надеюсь, что все будет хорошо. Пожалуйста, верьте в это. Потому что без веры и без веры никуда. И, пожалуйста, не ожесточайте ваше сердце, ваша душа. Я понимаю, мы все проходим это испытание. Да, мы далеко, и вы можете сказать, ты диванный критик, и Оксана, заткнись. Я заткнусь и... Пожалуйста, не ожесточайте ни ваше сердце, ни вашу душу. Будьте людьми. Будьте людьми всегда. Какие бы ситуации, какая бы, что бы вам жизнь готовила. Будьте людьми. Пожалуйста, будьте людьми. Берегите себя, ваших близких. Все будет хорошо. Я верю в это. Даже если я не верю сейчас, я буду в это верить. Потому что если не верить ни на что, можно умереть сразу. Поэтому все будет хорошо.